Государь, осмелюсь вам доложить, в Париже поставлен спектакль, некоторым образом порочащий честь великой императрицы Екатерины, бабушки вашей. Передайте императору Франции, если он немедленно не прекратит это представление, я пошлю в Париж 1 000 000 зрителей в серых шинелях, которые смогут освистать его некоторым образом. Сюда на спектакль Данилей. Николай I. Всемирная история. Банк. Империал.